В Одесском национальном университете, возможно, скоро будут учить чешскому языку. Там появится кафедра чешской филологии. Об этом во время славянских чтений сообщил декан факультета Евгений Черноиваненко. На жаль, вже дуже багато років після того, як пішов в життя професор Микола Володимирович Павлюк, чеська мова у нас вже років 30, да, не викладається. В рамках европейского проекта «Erasmus+» для нашего университета за границей обещают подготовить несколько специалистов со знанием чешского языка. Отмечу, на первую всеукраинскую научную конференцию по славистике приехали гости из Львова, Киева, Запорожья и Днепропетровска, также филологи из Польши, Венгрии и Германии. Сегодня, вот в это непростое время, крайне важно не потерять культурные контакты, научные контакты, прислушиваться друг к другу, слышать друг другу. Литература и наука – это то, что помогает выжить. Это действительно истина, потому что, читая и общаясь, ты обогащаешься.